Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. В Волгограде во время проведения свадьбы умерла знаменитая в городе Сорока 4-летняя тамада. Екатерине Мариной внезапно стало плохо в момент, когда гости участвовали в очередном конкурсе. Екатерина вернулась к работе после перерыва, связанного с ковидными ограничениями. 13 марта она проводила свадебное торжество в волгоградском отеле. Гости праздника отмечают, что вечеринка была классической, ничего не предвещало беды. Во время проведения одного из конкурсов Марина неожиданно поменялась в лице, упала на пол и потеряла сознание. Участники торжества поспешили к ней на помощь. Кто-то побежал в соседний зал в поисках врача, вместе с этим была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики забрали Екатерину, но до больницы не довезли, по дороге у нее случилась остановка сердца, реанимировать не удалось. Пока причина смерти тамады не названа. Отмечается, что женщина на здоровье нажаловалась и в начале праздника выглядела бодро. По неофициальной информации, Екатерина умерла из-за проблем с сердцем. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.